Меня зовут Сергей Передери, мне 29 лет. Сейчас я руководитель SEO-отдела в компании UATeam, но так было не всегда. Я закончил УКРГАШТ и после учебы пытался работать в железнодорожной сфере. В студенческие годы я работал проводником пассажирского вагона. Затем перепробовал много профессий. Инженер-проектировщик, сборщик МПО, консультант в росте, менеджер по продажам. В работе менеджером по продажам было много напрягающих факторов. Во-первых, специфика работы. Приходилось много обманывать, выкручиваться. Во-вторых, все условия работы, как в 90-х. Опоздание – штраф. Чай-кофе за свой счет. Заработная плата меняется так, как выгодно руководству. Карьерного роста нету в принципе никакого. Естественно, все эти факторы заставляют задуматься о переменах. Как раз в то время мой друг устроился в Плариум и рассказал о том, как все устроено в IT. В общем, было принято решение идти в сферу IT, но не было понятно на кого. И я банально решил бросить монетку, чтобы понять, на кого идти, на SEO-шника или верстальщика. Выпал второй вариант, и я пришел на курсы в Soarus IT. Во время учебы я все чаще задумывался, зачем я тратил 5 лет на учебу в институте. На курсах у меня был отличный препод, крутые ребята, сложные интересные задания. И это все меня мотивировало начать ходить по собеседованиям еще на этапе обучения, чтобы побыстрее попасть в IT-сферу. Естественно, брать сразу без коммерческого опыта меня не хотели, и мне пришлось побегать по собеседованию. Но именно поэтому я понял, как продать себя в этой сфере и устроиться на свою первую работу в сфере IT еще во время учебы. Потом, конечно, с приобретением опыта было легче получать более выгодные места. В IT-сфере я проработал как на частный бизнес, так и на креативное агентство и IT-компании. И в итоге я оказался там, где я есть сейчас, на крутой должности, в крутой компании. Курс по SEO помог мне не только знаниями, но и новыми знакомствами и нетворкингом. В общем, учеба в Soarus IT плюс полная самоотдача помогут вам многого достичь.